Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня Castle Clash New Dawn, и я решил записать и сделать новый аккаунт. Это будет новый аккаунт бездонатный. У меня здесь есть топ-1 аккаунт донатный, и есть также теперь бездонатный аккаунт, на котором я буду играть. Здесь мы будем играть с нуля, будем прокачивать здание без доната, без ничего, получать героев, открывать сундуки, ну все как обычно. Поехали, это самое интересное, самое начало игры. Так, куда бы себя переместить, чтобы было удобно. Вообще себя нафиг убрать. Закину себя сюда или сюда. Какая разница, в принципе. Поехали. В общем, превьюшка наша нам показывает основы, как атаковать. Это юниты, вражеская башня, но у нас, конечно же, стрелки там вообще красные, то есть топовые 10 уровня, и рыцари тоже. Убиваем вражескую башню и доходим до вражеского героя. Так, отлично. Прилетел к нам, короче, драконище. Жесткое драконище. Страшно, страшно. Что-то он, конечно, не очень страшный. Но, в общем, вот так вот он выглядит прикольненько. Flame Dragon. Так, и все. И игра на этом потухла. И на этом мы закончили всю игру. Так, отлично. Сейчас мы будем воевать против дракона. Solar Knight. Короче, рыцарь. Рыцарь Суна. Вот так вот. Кидаем щит. Вот его щит. Который типа вроде как бы помогает. Против дракона, но... Посмотрим, посмотрим. Тут внезапно у нас появляются непонятно откуда куча юнитов в помощь. Они помогают нам убивать этого дракона, но непонятно. Так, юзаем скилл его. Вот это такие базовые герои. Друид, стрелок. И тут внезапно, откуда ни возьмись, появляется Бог Рома. Бог Рома один из топовых героев. Можно получить его за донат. Будем пробовать его выбить так. Ну и чё? И чё ты хочешь? А, это у нас так показывается атака. В игре, по сути, атака совсем не так отображается, как здесь. А, там все намного проще. Так, убили мы типа большого дракона. И тут нифига. Так, она сейчас опять полечит, она шаманит. Она, кстати, неплохой герой. И тут... Печалька, печалька у нас. Забрали у нас нашего дракошу. В общем, она злая. В общем, мы должны восстановить, по сути, наш замок. О, ничего себе, войны тут такие идут. Ну, в общем, тут будет самое интересное, это мировая карта, которая в игре есть. Там можно добывать ресурсы, нападать на разных героев. Так, давайте где-то сюда себя перемещу. В самом центре. Вот это наш замок. Castle Guild. Лина. Вот такая вот девочка нам будет типа помогать с нашим замком. Но что-то я смотрю, как-то вот висает. Лина, ты там что? Что с тобой? Вот так вот, ребятушки. Она решила нас кинуть и сбежала. Давайте сейчас перезапустим. Ну, что-то реально оно подвисает. Уже доступна игра на айфонах. Единственное, опять же, надо ставить VPN-ку, создавать акк через Сингапур и качать через VPN Сингапур. Тогда у вас не будет никаких проблем, и вы сможете без проблем играть в эту игрушку. Игрушка довольно-таки интересная, простая. Когда вы получите максимум, пройдете волны, там, подземки, все остальное, у вас останется только ежедневный фарм. Но это пока что. Пока нету гильдийских войн. Я очень их жду и надеюсь, там будет что-то действительно интересное.
Так, отлично. Вот началась наша постройка наконец-то. База героев. Построили гарнизон. В общем, это первый наш герой Суна. Суна Сасуна. Вот самое интересное, это вот эти вот квесты. Они будут давать вам разные плюхи. За выполнение квеста вы будете получать разные плюхи. Ну, в общем, к этому мы всему дойдем со временем. Так, гарнизон наш. Что там, все, что ли? Все. Вот такой вот у нас интерфейс игры. То есть ничего сложного, скажем так, нет. Battle — это битва, это против других героев в рейде. Dungeon — это подземки. Raid — это рейды. Те же самые, в принципе, вот нажимаете на Battle, у вас оно открывается. Арена — это арена, но, видите, надо уровень 7 построить. И здесь надо пройти 6-ю часть, тогда откроются у вас волны, самое интересное. В общем, к этому всему надо стремиться. Вот так вот получили мы плюхи, и дальше вы уже развиваете свой аккаунт. У вас есть золото, мана, кристаллы, випы. Випы халявные желательно забирать. Вот видите, здесь паки можно купить там за минималку. Герою, по-моему, 100, около 100 рублей стоит первый пак. То есть первый герой — это минималка. Ну, мы будем пробовать это все выбить без доната. Самое основное — это вот это вот квесты выполнять. Также вы можете получить море плюх за выполнение разных ранковых заданий. То есть заходите вот сюда. И тут за ежедневные логины и прочее, за ежедневный логин такой вы можете получить, такой вот, такую вот плюшку. А вот самое интересное — это Master Rider. Это в рейдах вы бегаете, убиваете других противников. И здесь вы можете нормально получить как гемов, так и плюх для топовых, для прокачки ваших героев. А вот так вот. Это вот был Battle Conquest. Здесь я забрал первое место. Где там наша силушка? Это волны, то есть куча разных рангов, куча разных рейтингов. Все зависит от того, как вы будете прокачивать свой аккаунт. Такс. Вот по силе мой аккаунт, вот мой профайл. Что у меня есть прокачано по героям, там куча всего. Ну, в общем, недостающих 3 героя. У меня уже VIP 10, что там VIP, Локи, VIP 7 только. Но сила здесь качается очень быстро, особенно когда вы откроете волны. Будем к этому стремиться. Проходить чаптеры. То есть у нас есть разные первые, там 2, 3, 4, 5, 6, 7, по-моему, если я не ошибаюсь. Я уже даже не помню, сколько там их есть. Но, в общем, вы за каждый вот этот чаптер получаете определенные плюхи. И качаете свой аккаунт. Также есть роллинги здесь. Обязательно смотрите почту. Вам на почту тоже кучу разных вкусных плюшек будет приходить. Мировая карта у нас еще недоступна. Надо будет вступить в гильдию. В общем, постройки. Самое интересное, что я обнаружил потом попозже для себя. И в первую очередь надо открывать строителей. Вот чем больше у вас будет строителей, тем проще будет развивать аккаунт и качать быстрее силушка. Ну, привязки к силе, я вам скажу так, здесь никакой нет. Здесь все зависит от прокачки ваших героев. Сила ваша ни на что, по сути, тоже не влияет. Такс. Это наши постройки. Что еще интересного? Вот такие вот здесь есть, видишь, это сундуки. Они откроются в третьей части, вы можете тогда ролить. Гильдия, форум. Самое интересное, здесь есть общий чат. Можете на него нажать. То есть гильдейский общий чат, в котором вы можете общаться, бегать с другими против боссов в подземках. Подземок здесь пока что не так уж и много. Тебе надо следующие чаптеры пооткрывать. Самое основное, надо качать магию, надо качать обязательно юнитов. Чем больше вы будете их качать, тем лучше.
чем быстрее прокачивать арену. Ну, в общем, все надо качать, как обычно, но это все делается со временем, поэтому мы будем это делать. Есть также, не забывайте, есть ежедневный бесплатный вот такой вот пак, где есть Vision Key. Мы все равно сейчас ролить, наверное, не сможем. Вот. Вы можете заюзать. Там разные итемы. Но видите, пока дальше не откроешь, не пройдешь, ничего не получится. А за VIP тут вы можете получить топового героя шапку. VIP стоят недешево, скажем так. Они нормально стоят. Пока максимальный 10-й VIP. Но тут, конечно, плюшки улучшаются с каждым разом. 11-го еще нет. На 10-м вот такие вот плюхи дают. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите видосиков уже с прокачками. Я буду стараться качать этот аккаунт тоже. Потому что с донатом я уже все для себя так определил. Интересно, как без донат будет быстро проходить. Пишите, чего вы добились, какая у вас сила у без доната. Кто играет без доната вообще, сколько сил вы уже нафармили на сегодня, так как игре уже где-то около месяца, если не больше. Все, всем удачи, всем пока.